Нелли Кылышева-Масерова, всем привет! Сегодня хочу приготовить сосиска в тесте. Для этого нам понадобится. Тут у меня молоко. Я дрожжи развела в теплом молоке. Смотрите, как поднялась у меня шапочка. Дрожжи вот такие. Тут у меня 7 граммов. 7 граммов рассчитано на 500 грамм муки. Так, теперь заливаем наши дрожжи в миску. Сюда же добавляем 2 желтка. У меня 1 столовая ложка сахара и 1 чайная ложка соли. Теперь сюда же мы добавляем муку. Будем замешивать мягкое тесто. Теперь мы сюда добавляем 50 грамм мягкого сливочного масла. Вот такое мягкое тесто мы с вами замесили. Немножко собираем в шар. Тесто у нас очень мягкое, пышное. Сосиска в тесте получится отменно. Собираем полностью муку. Все, наше тесто готово, дети. Теперь отправляем на расстойку. Смотрите, девочки, вот так красиво поднялось у нас тесто. Смотрите, девочки, мы вот так раскатываем наше тесто, жгут. Так. Теперь придавливаем вот так руками. Берем сосиску, у меня тут половинки. Теперь вот так заворачиваем. Я надеюсь, вам видно, да? Так, да? Если излишки теста у нас останется, мы уберем. Вот так. Да, мы уберем тесто. Вот так. Все. Накрываю пленкой и оставляю минут на 10-15 на расстойку. Девочки, смотрите, у меня осталось тесто. Сосиски закончились, осталось тесто. Тесто за не выбрасывать, правильно? Мы из них сделаем сейчас пирожки. Пирожки у нас будут с творогом. Тут у меня творог, зеленый лук. Сейчас мы сделаем пирожки с творогом.
Так, все, раскатываем. Теперь вот так. Теперь кладем нашу начинку. Начинку мы не жалеем. Так, ну, большую столовую ложку, да, примерно вот так. Берем. Кладем в центр. Так. Как самса, да? Так, оставляем наши пирожки на расстойку. Теперь по желанию можно присыпать кунжутом. У меня тут белый и черный кунжут в перемешку. Я добавляю немножко вот так. Теперь мы отправляем в духовку. У меня духовка греется на 180 градусов. Отправляем на 20-25 минут. Их тоже мы присыпаем кунжутом. Сосиска в тесте уже готова. Видите, какая красота. Оставляем остывать на решетке. Смотрите, какая красота. Смотрите, девочки, у меня вот такие пирожки уже готовы. Девочки, смотрите, сосиска в тесте, пирожки с творогом, все готово. Смотрите, какая красота у нас получилась. Тесто очень мягкое, пышное. Это тесто не черствеет на второй, на третий день, они то свежие, да, как будто сегодня приготовили. Вот пирожок с творогом. Видите, как хорошо пропекся он внутри. Вкуснятина. Вот, например, сосиска в тесте. Смотрите, какая мягкая. Видите? Все хорошо пропеклось. Они у меня уже остыли. Они у меня холодные, но тем не менее, видите, тесто какое мягкое. Это тесто очень хорошее, оно не черствеет. Опять повторюсь. Смотрите, девочка, вот такая красота у нас сегодня получилась. Всем приятного аппетита, всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Я надеюсь, что вам понравится этот рецепт. Вы оцените лайками, комментариями и просмотрами. Шумасана дейрисхил, адикюл шумаш айл.